Омский исторический памятник начали незаконно ремонтировать. Речь о бывшем здании Музея искусства Омска на Куйбышева, 48. Строению 115 лет. В 2018-м его признали непригодным, а в 2021-м объект арендовала уральская компания «Терраформ». Коммерсанты начали восстанавливать здание. Казалось бы, новость хорошая. Однако для ремонта памятников культурного наследия необходимо специальное разрешение. Региональный Минкульт обнаружил нарушение и обратился в местную прокуратуру. По инициативе прокуратуры директор, а также само юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей. В настоящее время, благодаря вмешательству прокуратуры, «Терраформ» получено разрешение на проведение строительных и иных видов работ на объекте культурного наследия.